На нашей планете живет много разных семей. Это семьи певцов и актеров, спортсменов и ученых, врачей и спасателей. Но я хочу рассказать о своей семье. У нас самая обычная семья. Папа, мама и, конечно, я. Меня зовут Даня. Мне уже 9 лет. Каждый день я хожу в школу, чтобы получать новые знания. А моя самая большая мечта – стать военным. Еще я увлекаюсь игрой на гитаре, и мне это очень нравится. Я и мой папа любим технику и машины, поэтому нам вместе очень интересно. А еще мой папа работает на большом тракторе, пашет и культивирует землю, на котором потом будут сеять зерно. Я очень люблю работать вместе с папой. Вот так ехать с ним рядом по бескрайнему полю, слушать рассказы и понимать, что когда-то стану таким же большим и сильным, как он, и смогу приносить пользу людям. Но у моей мамы на работе не менее интересно, и поэтому я часто прихожу после школы к ней на работу. А работает моя мама помощником заведующего фермой. На ферме живут коровы, которые дают молоко. В цехах много всего необычного. Какие-то трубочки, краники и рычаги. А еще большие цистерны для молока. Я всегда очень удивляюсь, как моя мама во всем этом разбирается. А иногда мама разрешает мне даже покормить коров. В общем, у мамы на работе очень весело и интересно. Я думаю, что у моего папы и мамы очень важная и нужная профессия, так как благодаря их труду у всех есть на столе хлеб и молоко. А больше всего я люблю, когда мы всей семьей собираемся вечером за столом, рассказываем о прошедшем дне, делимся своими впечатлениями и новостями. И бывает, я смотрю на папу и на маму и думаю, какие же они у меня хорошие. И пусть мой папа не актер, а мама не звезда эстрады, но для меня они самые лучшие и дорогие папа и мама в мире.